Мы живем в России. Российский флаг бело-сине-красный. Наша столица — Москва. В Москве есть знаменитый планетарий. Здесь можно увидеть все звездное небо, заглянуть на обратную сторону Луны, посмотреть коллекцию настоящих метеоритов и услышать рассказ о самом знаменитом из них — Тунгусском, который 100 лет назад огромным огненным шаром пролетел над Сибирью и упал у реки Тунгуски. До сих пор идет научный спор об этом загадочном явлении. Одни утверждают, что это был метеорит, другие — инопланетный корабль. Река Тунгуска течет в Красноярском крае. Здесь находится самая северная часть нашей страны – полуостров Таймыр, где зима длится целых 8 месяцев. Даже растениям приходится цвести под глубоким снегом. На Таймыре очень много северных оленей. Да и сам полуостров с озерами, водопадами и каньонами в древности представлялся его жителям спиной огромного оленя. А живут здесь долганы и энцы, эвенки, ненцы и нганасаны. Из поколения в поколение передают народы Таймыра чудесные сказки. И каждый из них как драгоценный камень-самоцвет. –